приветствую на своем канале. Ну что, я думаю, что теперь это точно последняя посылка. Дальше уже некуда. Честно скажу, сегодня 18 ноября. И если здесь все целое, то посылку я покажу не раньше, чем через 2 недели, наверное. Ну, я посмотрю. Я посмотрю, как цветочки адаптируются, стоит ли показывать. Потому что если не адаптируются, замерзли, умерли, показывать не буду. Ехала она по минусу. Почему я заказала? Потому что я уже заказывала у этого продавца, наверное, 3 или 4. Наверное, это 4-й раз. И как она упаковывает, можно в космос отправлять такие упаковки, и они не замерзнут. Поэтому я, вот честно говоря, не побоялась. Я надеюсь, что это оправдается. Потому что как она упаковывает, это просто супер. Не стала ничего распаковывать. Покажу, да, все само покажу прям сразу. То есть видно, да, что это снаружи утеплитель. Так что я думаю, что утеплитель и снаружи, и внутри. Вообще, честно говоря, сколько вот я заказывала посылок, вот у этого продавца многим бы поучиться упаковывать растения. Потому что растения всегда приходят отлично упакованы, раз. И ни одно растение у меня не погибло. Все адаптировались, все растут, отлично себя чувствуют. Причем они себя чувствуют с первого дня отлично. То есть не вот что там поболели, как очень у многих, кстати, растение действительно начинает болеть. Ну вот кто присылает, да, неправильно упакованные растения. Они начинают болеть, цветочки. Я очень многие видео не выкладываю сразу, тем более сейчас, в такую холодную погоду. Я даю цветочкам моим адаптироваться, и потом только видео выкладываю. Поэтому я могу честно сказать, что все мои видео, которые выложены, они уже все, так сказать, проверенные, что цветы не погибнут. Вот. Нет у меня привычки выложить сразу, показать, а потом сказать, ой, ну вот оно там умерло, извините, да? Нет, проще, знаете, не показать, чем потом оправдываться. Куда оно делось? И что, зачем вы заказали? Холода, морозы. Вот, поэтому я вот именно вот приняла для себя такое решение, что, по крайней мере, вот такие заказы холодное время года я буду показывать после полной адаптации растения, чтобы, ну, никого не раздражать, так сказать. Вот. Пусть все будут спокойны. Я, те, кто меня смотрят. Да, это вот для нашего общего спокойствия. Так, ну вот у нас утеплитель. Ой, да еще 2 слоя. Ну, вы видите, да, вот что походу в 3 слоя. В общем, 3 слоя утеплитель. Так. Так. Тут опять и мое, и подружкино должно быть. Уговорила я ее. Она уже, честно говоря, и не хотела заказывать. Ну, я не настаивала. Сказала, что я тебя уговариваю, что ли, как хочешь, не хочешь, как хочешь. Ну, как тут устоять, да, когда уже я заказала? Устоять было невозможно. Так. Так. Так, тут еще утеплитель. Даже не сомневалась ни на минуту, что тут еще утеплитель. Так. Знаете, что я забыла? Я забыла посмотреть, как называется то, что я заказала. Так, какое тут мое, какое? Так, это не мое, вот это мое.
Так, ну, в общем, один утеплитель сплошной. Видите, да? Вот так, вот так. Вот так должны продавцы упаковывать свои растения, когда отправляют в холодное время года. Или лучше вообще не отправлять. Как вот мне прислали, да, вот эту коробку мокрую. Все растения были мокрые. Также, как вот мне бегонии вообще никак не утеплили. Но, слава богу, с ними все хорошо. Поэтому... Очень приятный хруст. Так. Так. Так и так. Сейчас я вот это все уберу. Кстати, потом вот этот утеплитель я использую, утепляю вот подоконник, вот окно обклеивала. Вообще супер, ничего покупать не надо. Но за упаковку мы платим. То есть, покупая растения, плюс мы еще платим за упаковку. Ну, там вообще копейки на самом деле. Поэтому лучше, знаете, заплатить за упаковку и быть спокойной, чем нежели нервничать, что тебе черт что приедет. Так, ну, смотрим, что у нас тут. Первое. Так. Ага. Это сингониум. По-моему, Мария. По-моему, сингониум Мария. Такая вот взрослая достаточно детка. Вот. Ну, растение, честно говоря, в отличном состоянии. Не подморожено, не застужено. Сейчас я посмотрю. Ехала в Амхе. Так. Мох, знаете, не холодный вообще. Вот. То есть, все хорошо. Все хорошо. Надеюсь, что так и будет. Что все хорошо. Так, ну это сингониум Мария. Так, дальше. Мне кажется, надо сначала вот это развернуть. А может быть, я ошибаюсь. Ну, эти я дозаказала, как бы вот это растение, еще одно я дозаказала, как бы, ну, заодно. Так вообще я заказывала, акцент делала на одно растение. Ну, что заказывать одно, когда можно заказать три. Вот, поэтому... Так. Так. Так, так, так. Ну что? Вот она. Вот она, моя красавица. Это алоказия. По-моему, не булла. Она как-то еще по-другому называется, но я покупала как алоказия небула, но у нее есть второе название. Если я не забуду, я или в описании вставлю, или в видео добавлю. Не помню еще, как она называется. Хорошо, что сейчас это вообще вспомнила, как она называется. Честно, так нервничаю, что название позабыла. Так. Листы не срезать бы. Так. Угу. Отлично. Прям отлично. Прям супер. Все супер. Так что надеюсь, что с ней будет все хорошо. Красавица. Прям... обалденная. Подруге когда сказала, что вот хочу вот эту небулу заказать, помню небула, она говорит, так она ж как сильвер. Я говорю, здрасте, она вообще другая, ты что, посмотри. Она действительно, она совсем другая, это не сильвер, поэтому это совсем другой сорт. Вот такая вот красота в мою коллекцию. Сейчас я их всех
тепленькой водичкой пролью, вот, чтобы корешочек точно согрелся, если вдруг подмерз. Но ехали они мне 4 дня, да, полных 4 дня, вот, из Ленинградской области. Так что поездка была ого-го. Вот. Ну и заказала я еще вот эту. Очень много было дебатов на эту тему по поводу вот этого растения. Что я все сделала не так, что я вообще все сразу не так. Ну, я вам честно скажу, что с сенсевьериями я как-то серьезно заниматься не буду. Вот. Ну, так, они мне нравятся, пару сортов, они у меня будут. Вот. А прям как-то вот усиленно ими заниматься, как-то прям углубленно я не буду. Поэтому, кто прям так злился, что у меня погибла вот такая сенсевьерия, Gold Honey, да, она называется, Honey Gold. Вот. Ну, вот у нее была последняя деточка, она чуть-чуть покорябанная, но она полностью здоровенькая. Я, честно говоря, я в этом продавце, я не сомневаюсь, она не втюхивает плохие растения. Она очень тщательно вообще относится ко всему к этому. Вот, очень серьезно к этому подходит. И поэтому я вообще ни грамма не сомневаюсь, что здесь все точно здоровое. Вот. Так что вон там уже идет ростик. Вон там уже, вон он, ростик идет. Вот. И так она, ну, все хорошо у нее. На той было все погрызано. Сразу я чуть-чуть отковырнула, и было видно, что там все было съедено. Вот, так что у меня теперь, смотрите, какая малышечка, вообще красавица. Мне кажется, она даже красивее той, которая у меня была. Ой, вообще класс, прям супер. Ну, честно говоря, я очень рада вообще, что все мне доехало. Честно говоря, я не так сильно переживала, как, мне кажется, переживает сам продавец. Вот она действительно прям переживает. Она вот прям, она ждет от меня сейчас, чтобы я ей отправила. Ну как, у меня тут что доехало. Она очень переживает. Поэтому вот такие вот красавицы ко мне приехали. Камера прям в ночи плохо снимает. Время уже позднее. Вот. Так что такая вот моя красота. Надеюсь, всем видно. Потому что включаешь подсветку, и мне кажется, прям теряются растения. Вот. Вот так покажу. Вот. Вот такая вот моя красота. Вот. Сингониум, сенсевьерия. И мой дракончик, новый мой дракончик. Такой красивый, такой замечательный. Класс. Ну все. Вот на этом я закончу свое видео. Так что я думаю, что уж теперь это точно последняя распаковка. Хотя, кто знает, если у нас будет декабрь теплый в Подмосковье, то, может быть, я еще что-то позаказываю из Москвы, а может быть, даже у нее из Питера, если погода будет у нас совпадать. Вот. Ну все, всем спасибо большое, и всем удачи, счастья, любви и огромного везения, как везет мне. Ну все, всем пока-пока.